своеобразие, самобытность, редко собранные индивидуальности, которые достались нам в киргизской студии, обязывали нас выбирать определенный, соответствующий и репертуар. Мы буквально с первых шагов, буквально с первого курса и начали задумываться о формировании материала драматургического, который окончательно сформировался к третьему курсу, когда мы остановились на таких вещах, как «Додескаден», сценарий Куросавы, Хосимота и Симба, и выдающемся романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Господин Артёков, да? Простите, у меня лекарство для вашего сына. Обождите минуту. Хорошо. Вот эти толченые горошки дайте ему выпить на ночь. Хорошо. Вы поняли? Да не беспокойтесь, Тампасаны, что вы. Это, я уверен, всего лишь легкое желудочное отравление, да и лекарств, которых мне дали, вполне хватит для борьбы с болезнью. Да вы не подумайте, с моим сыном ничего страшного не может случиться. Конечно. Ведь... Подожди, Мас, подожди. Во-первых, вот, когда сам он, когда ты наливаешь, он тебя окликает, ты что-то и сразу так пугаешься. Ты не, совершенно не пугайся, наоборот, и поздоровайся с ним, и все. Ты говоришь, да-да, и что ты бежишь его ждать? Ничего не говорит, да-да, я тут. Налил воду, перешел сюда. Теперь, и не иди, пока он не придет. Ты делай свое дело. Вот он пришел, и тогда ты к нему. И, во-первых, ты не поздоровался ни там, ни тут. Да? Пришел, приполз он сюда. Стоишь ты со своим бидончиком, и это все хорошо началось. Теперь он тебе дал лекарство, да? Вот эту секундочку, когда он тебе дал, Мусик. Ты бери его с благодарностью, ты немножко играешь то, что потом он будет, да, говорить про котик, на самом деле. Да. Смотри. Все время вот это. А? Все время. Спасибо, все, это все отыграл. И ты-то уже будь готов, ты понимаешь, ты уже будь готов, потому что мой давнишний друг и так далее, ты уже... Да. Ты уже будь готов, но это не надо, спасибо вам, это не надо. А потом, то, что ты делал сейчас, прекрасно, потому что... А ты, значит, что такое, а что так тяжело, болен? И уже начинаешь настораживаться. Си, поехали. Я хочу немедленно выплатить своим лучшим другом Хацаном. Слышу вас, это, ну откуда у меня деньги? Очень резко и сразу поворачиваешься, Азаматик. Решение не принимаешь, а в один ход делаешь. Просто текстом. Не текст, просто одно сделал, кончил, развернулся, пошел назад. Все делаешь в одно, легко. Решение придумал про эту выпивку, как ее отнять, и этот план осуществлял. А ты сначала не понимаешь, а потом должен догадаться, почему ее развеселился. Ну и что, ну, ребят, ну, конечно, завтра будет что-то другое. И, в общем, я думаю, что любой ценой прогонять. Прогонять от начала до конца, чтобы, в общем, все-таки, понимаешь, ну, надо же по этой линии, по той линии, ну, чтобы целиком ощутился спектакль. Единственное, чего не хватает накату, не хватает. Им надо... Вот я про это говорю, гонять, надо прогонять спектакль, чтобы начало, ну, конец. Ну, почувствовать, да, где я вылезаю, где я стою, почему, почему у меня такая пауза, как моя дальше роль идет, конечно. Все-таки надо двигаться к спектаклю, к спектаклю. Да.
Что случилось? Зачем? Почему? Казанга умер. Как? Когда? Да вот, только что заглянула, как он там, думаю. Смотрю, лежит. Ой, только борода торчком как-то задралась кверху. Успокойся. Какой человек был. А умер, и некому даже глаза закрыть. Да. Что будем делать? Хоронить будем. Вот что, жена. Иди буди Оспана. Он хоть начальник разъезда, а перед смертью все равны. Понимаете, ребят, сейчас вы неплохо сыграете, неплохо все это идет одно за другим. И теперь, когда вся эта, так сказать, механика, техника, все эти мизансцены уже, ну, лучше, хуже, но, в общем, определены, теперь осталось самое главное. В конце концов, ведь нужно, чтобы вы поняли по-настоящему. Ну, если не поняли, то, во всяком случае, как-то по-человечески очень серьезно ощутили, почувствовали тех людей, которых вы играете. А играете вы живых людей, живые судьбы. Вот это вот маленькое расхождение во времени в то же самое мгновение, ваше присутствие на сцене и ваше понимание людей, которых вы никогда не видели и не могли видеть, и есть то, что совершенно необходимо и завтра, и послезавтра, и во всей вашей актерской жизни, потому что ведь и все классические пьесы состоят из людей и событий, которые вам чрезвычайно далеки. И если вам удастся это нащупать, это ощутить, принести это сюда на сцену, стало быть, какое-то важнейшее умение актерское вы обрели. В конце концов, не важно, кого вы будете играть, важно само это умение переселиться в жизнь вам незнакомую, в жизнь другого времени, другого человека, в жизнь какой-то другой человеческой души. Теперь, Азамат, у тебя чуть-чуть вот прострой, чтобы это шло по ступенечкам, а то сразу ты идешь на потолок и сразу все одинаково, одинаково, одинаково. Понимаешь, чтобы ты, так сказать, чем ты больше заводишься, тем шире и интереснее это все становилось бы. Давайте еще разочек. Что ж ты свою жену с оперным плачем сюда не привез, а? Уж кому-кому и вести не грех было воздать должное нашему отцу, которого она подла и ты под каблучек прошивёв убрали, награбили до ниточки. Помоги! Нет уж, послушай, вот мой муж какой не есть алкоголик, но он здесь. А где твоя плакать? Я молчать, лишай немедленно голос твоей жены. Где ты меня лишаешь голоса жены? Да ты лучше заткни свои жизни. Что ты вылупишь на меня, как мокрая крыша? Я молчу! Лучше она всегда тебе голоса! Не все! Остановитесь! Вот скажи, с чего ты вдруг так гневаешься? Я перед тобой отсчитываться не собираюсь. Вот что еще. Я хочу возвратить тебе Харонара. Когда-то ты его подарил мне сосунком. Послужил он мне хорошо, даже слишком. Давай, куда ты клонишь? Почему ты вдруг решил мне Харонара возвращать? Я уезжаю отсюда. Завтра же подаю заявление, больше этом проклятом разъезда моей ноги не будет. Куда ты собрался уезжать? На Райское море вернусь. Или в Алмату. Такие руки, как мои, везде нужны. И голова тоже не последняя. Стой, ты думаешь, там только тебе не хватает. А что ж, я век должен на сразеках уковать. Что цепям, что ли, я прикован? Молодец. И вот и там, и тут, и все. Вы сейчас кричите, а вот такого скандала нет. И на самом деле. И ты сразу начинаешь громко, и ты сразу начинаешь громко. А надо, чтобы постепенно, вот здесь мне нужен центр, а не там. Вы сразу как начали орать, так и пошло. Сначала, да, вот еще что хочу, да, как Коронара там, допустим, отдать, бросил. И не лезь с ним разговаривать, сразу не лезь с ним разговаривать. Первое, стой, что тебе надо? Ну, это близко, это все коротко.
А когда ты уже сюда вышел, вот теперь давайте. Ты сначала догони его и останови, понимаешь? Поверни к себе, а потом уже говори это тебе. А то ты, ты думаешь, что у тебя и не то, и то, и то. Раз тебе надо быстро, сразу его лови, останови, поверни к себе. Вот как повернешь, Лиза скажет, ты что думаешь? Может быть, будет сильнее и интереснее, потому что получается, что ты бежишь и кричишь. Давай попробуем. Говорю о нужности человеческой, о классических ролях, о существе актерского дела с вами потому, что теперь уже провожаю вас в дальнюю самостоятельную дорогу. Даже если бы я очень хотел, я не могу вам быстро набросать какие-то приемчики, которые вас спасут в этой дороге. То, чему вы научились, то будет с вами. Если вы поняли, чему учиться, вы сможете еще доучиться сами. А вот главное, то, к чему все это учение должно приделываться, вот это, пожалуй, единственное, о чем мне хочется вам напомнить. И я говорю о нужности человеческой, не случайно. В театре очень трудно просто занимать место. В нашем деле в симпатиях публики просто занимать место нельзя. Это, кроме всего, еще и стыдно. Но дело даже не в этом, а дело в том, что вся жизнь мгновенно делается бессмысленной. Знает этот человек или узнает потом, от этого ничего не изменится. Как бы ни повернулась ваша судьба, мало ли что, может быть, кто-то из вас и не будет актером, наоборот, будет или режиссером, или наоборот, станет художником, или кем-то еще в театре, или в кино, или где-то в нашем деле. Одно должно с вами оставаться всегда. На любом этом месте вы должны быть нужны. Нужны людям, нужны тем, кто вас окружает. Это самое главное.